канале Необъяснимое, и с вами Дмитрий. Сегодня я покажу вам страшные видео, от которых вам захочется чаще дышать. Ну что ж, погнали. Но прежде чем мы начнем, хотел порекомендовать вам страшный канал моего друга, дядюшка Дакот. На этом канале вы найдете то, что вы так любите, жуткие и страшные видео. Переходите на канал и не забывайте подписываться. Мы привыкли, что одержимость духами происходит только в жутких местах с привидениями. На самом деле это не так. И следующее видео поставит эту мысль под сомнение. Это видео может быть доказательством одержимости человека в публичном месте. Все произошло средь бела дня при большом количестве людей вокруг. В начале ролика внимание зрителей обращается к мужчине, стоящему в пешеходной зоне. Он прогуливается в стороне от дороги. Рядом припаркована машина, вероятно, принадлежащая самому мужчине. Также вы могли наблюдать мотоциклиста и двух пешеходов, которые проходили мимо по ходу видео. Однако то, что произойдет дальше, вызовет у вас озноб. Как видите, призрачная фигура появляется со стороны дороги. Фигура темная и искаженная, как будто камера не может сфокусироваться на ней. Вы можете видеть, что жуткая фигура входит в человека и исчезает. Мужчина никак не реагирует и продолжает идти. Когда это видео появилось на всеобщее обозрение, много зрителей написали свои комментарии. Большинство были уверены, что эта зловещая тень овладела человеком. Многие назвали это демонической сущностью. Другие придерживались более скептического подхода и предположили, что это была просто муха на объективе камеры наблюдения. Но как так получилось, что когда эта сущность вошла в человека, она пропала? Так скажите, мы только что стали свидетелями демонической одержимости, или это просто насекомое на объективе камеры? Друзья, жду от вас мысли в комментариях. Если вы сегодня собираетесь в ресторан на берегу моря, вы можете пересмотреть свое решение. Данное видео было опубликовано на YouTube Эдом Хэттом в марте 2014 года. В описании к видео было написано, что художница Джилл Фриланд завтракала со своей семьей в Моби Дикс, и они получили немного больше морской соли, чем было написано в меню. На кадрах вы можете видеть ресторан с видом на бурное серое море. Пока гости ждали обеда, они беспомощно смотрели, как волны начинают жить своей собственной жизнью. Они, наверное, подумали, что внутри они в безопасности, но, ребята, они ошибались. Волна разбивает окно и разносит все вокруг, люди кричат. Похоже, что в инциденте никто не пострадал, но они наверняка воочию убедились, как безразлично для волн ваше спокойствие. Возможно, я только что обнаружил саундтрек для ваших кошмаров. Этот клип, опубликованный на YouTube в июне 2019 года, показывает нам молодого человека в тюрьме. Он говорит на камеру и в разгар своего монолога издает странное потустороннее шипение. Я бы даже назвал это визгом. Ну что ж, много комментаторов выдвинули различные теории. Например, лорд Вуди думает, что мужчина высасывает душу из оператора. Кто-то предположил, что он потомок велоцираптора. В этом коротком клипе, мне кажется, запечатлено что-то очень жуткое. Видео было снято во время расследования в заброшенном здании. Здание ветхое, у него голые бетонные стены и странные промышленные двери. Пока исследователи пробираются сквозь коридор, они попадают в комнату с матрасом. Стоя в дверях, исследователь снимает матрас, который движется по комнате. Посмотрите. Хотя сначала кажется, что матрас может двигаться сам по себе, замедление кадра
показывает нам небольшую темную фигуру, которая пробегает мимо на заднем плане. Некоторые зрители предположили, что эта странная фигура может быть теневая сущность. И они думают, что оно заставило матрас двигаться, просто пробегая мимо. Другие предположили, что это может быть просто скватер-ребенок, который проживает в этом заброшенном доме. Возможно, он толкнул матрас и попытался уйти от посторонних глаз. Хотя посмотрите на скорость движения этого существа, это очень быстро. Мне кажется, это видео нагнало бы жути даже на самого заядлого исследователя заброшек. Тем не менее, многие зрители остаются в недоумении. Что же это могло быть? Обидно, что этот клип такой короткий, о нем мало информации, поэтому мы не можем узнать больше. Ну а вы напишите свои мысли в комментариях. А для вас у меня есть небольшой челлендж. У вас есть 5 секунд, чтобы подписаться на канал и нажать на колокол. Поехали. Находясь в театре, вы представляете умиротворение. Но что если некоторые зрители не очень живые? Эти кадры, изначально опубликованные ютубером Филом Кохом, показывают паранормальное расследование. Исследуя театр с привидениями, Фил откинулся на спинку кресла, сидя в одиночестве. Комната темная, общий план не показывает никого в проходе позади Фила. Линия съемки полностью пустая. Но он даже не догадывается, что его ждет нечто большее, чем просто шоу. Следите за сиденьем слева позади него. Обратите внимание, что сиденье встрагивает взад и вперед, как будто бы его кто-то толкнул. И Фил немедленно вскакивает со стула. Хотя он не мог видеть движение, звук заставляет Фила убежать. Он даже не оглянулся от страха. Возможно, весь этот театр зарезервирован для ушедших, и он и его команда нарушили их покой. Но другое расследование Фила набирает обороты в испаноязычном сообществе. Во время расследования эта дверь открывается прямо перед ним. И если мы посмотрим последний кадр с камерой Фила, вы увидите это. Что вы думаете на этот счет? Я просто точно знаю, что и близко бы не подошел теперь к этому зданию. Вы когда-нибудь чувствовали, что кто-то преследует вас? Тогда вам, вероятно, следует доверять своей интуиции. Это видео опубликовано YouTube-каналом Upbeat Yamaha в феврале 2019 года, снято мотоциклистом. Он просто едет по спокойной дороге, где нет движения. На свою камеру ему удается запечатлеть перед собой белый пикап. Казалось бы, ничего необычного. Впереди грузовик съезжает с дороги, это кажется достаточно невинным. Но проехав тот грузовик, он свернул в переулок и увидел проезжающий тот же самый пикап. Вероятно, вы не ожидали того, что будет дальше. Байкер возвращается на главную дорогу, и все тот же белый пикап, только теперь впереди него. Он останавливается на обочине, позволяя байкеру обогнать его. Байкер начинает задаваться вопросом, что же происходит. Для него это тревожно, ему кажется, что грузовик следует за ним. Он подозревает, что водитель, возможно, пытается записать его номерной знак, чтобы сообщить в полицию. Хотя он говорит, что не делал ничего противозаконного. Он снова останавливается на перекрестке и пытается подождать. Грузовик, подъехав, снова остановился. Байкер говорит, что мужчина в пикапе пытается ему помахать. После короткого контакта байкер поворачивает налево и пытается уехать. Но грузовик снова его преследует, на что он показывает, что он снимает его. Хотя видео не делает никаких конкретных выводов о том, что хотел водитель пикапа. Байкер подозревает, что он имел дело с этим мужчиной ранее. Некоторые в комментариях подозревают, что это просто обычный человек, который злится на громкий звук байка. Другие советуют, если это снова произойдет, то нужно заехать в полицейский участок, поскольку они наверняка помогут кому-то, за кем следят. Это не очень приятная история, и мне кажется, что у этого человека могли быть какие-то скрытые зловещие мотивы. А что бы вы сделали в подобной ситуации?
Следующий клип был снят камерой видеонаблюдения в неизвестном месте. И кажется, они запечатлели что-то странное. Посмотрите. Как будто материализовавшись из воздуха, женщина, о которой идет речь, внезапно появляется. Мы видим, как она идет по улице в спальном районе. Если мы посмотрим на крупный план лица женщины, она выглядит какой-то изуродованной. И лицо женщины, и то, как она ходит, достаточно, чтобы заставить нас думать, что это что-то сверхъестественное. Более того, силуэт женщины выглядит каким-то прозрачным. Продолжая свое странное поведение, женщина заглядывает в мусорное ведро. После краткого осмотра ведра женщина продолжает странно блуждать. Затем она неожиданно снова исчезает, и клип на этом заканчивается. Некоторые зрители предположили, что внезапное появление женщины может быть неисправностью камеры. Однако тот факт, что и в конце она тоже исчезает, делает видео немного странным. Кажется ли вам, что слишком много странных деталей в одном ролике? Как бы то ни было, видео действительно очень жуткое. Но пока не появится дополнительная информация, я не могу сказать, что там происходит. А все остальное – это только догадки. Хочу слышать ваши мысли по этому поводу в комментариях. Друзья, спасибо за просмотр, с вами был Дмитрий, канал Необъяснимое. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Всего вам доброго.